На площадке рядом со стадионом «Снежинка» разминаются сотни спортсменов. Одни готовят инвентарь, другие не упускают возможности еще немного потренироваться. Но и те, и другие в напряжении. Погода преподнесла участникам чемпионата и первенства области по лыжным гонкам на спринтерских дистанциях сюрприз. Снег сырой, лучше на холодную погоду, когда лед. Лучше идут. Толкаешься, на холодную погоду они лучше. У всех лыж структура разная, и поэтому для каждых лыж погода своя. Виктория готовилась к соревнованиям основательно. Перед состязаниями тренировалась 4 раза в неделю. Пришлось увеличить физическую нагрузку, изменить схему питания и настраивать себя психологически. Лишь на первый взгляд 1400 метров кажутся не очень длинной дистанцией. На деле расстояние, которое преодолевают лидеры гонки по ходу состязаний, увеличивается в несколько раз. Через 3 минуты путь был не опаздывал, значит, на этом пути 24 выше на старт. Сначала проводится пролог, то есть бегут все участники через 15 секунд. После, когда все пробегают, в каждой группе отбирается 30 сильнейших. Вот. Значит, и разбивают их на 5/4 финалов по 6 человек. Таким образом, те, кто в своих заездах приходят к финишу в числе первых, дистанцию преодолевают 4 раза, а победители финальных этапов представят наш регион на чемпионате и первенстве России.